Буйском районе развивается сельское хозяйство. Стабильно работают сельскохозяйственные холдинги «Воскресенье Агро» и «Агрофирма Планета». Это одно из условий привлечения инвестиций в муниципалитет, значительная часть из которых идет на строительство и ремонт дорог. 7 октября мы побывали на одном из участков завершенного дорожного строительства в районе деревни Яковлевская и в преддверии Дня работников сельского хозяйства попросили участников комиссии по приемке дорог поздравить наших тружеников села. Ну, дороги для чего строим? Чтобы, естественно, чтобы людям жилось комфортно и работали предприятия. Почему такие деньги выделили на дорогу на Жушкодум? Ну, в первую очередь, конечно, что у нас есть там крупные населенные пункты, работают инфраструктуры и школы, и врачебная амбулатория, и медпункты. Но все-таки основное – это рабочее предприятие сельского хозяйства. Это крупное наше предприятие, ведущее, это Воскресенский сыродел и агрофирма «Планета». Вот все в комплексе и перетянуло в нашу сторону, и нам выделили такие средства. Если бы не было там таких крупных предприятий, ну, я думаю, что сложно было бы получить нам такие средства. Поэтому, если мы работаем, и всегда идут навстречу. Работа в сельском хозяйстве, ну, она всегда была престижная, уважаемая, но очень по времени. Сегодня ты можешь отдохнуть, а завтра надо умереть, но сделать. Вот такое ритмия, и люди и бегут оттуда, если кто-то, например, поработал в другом месте. Если человек работает в сельском хозяйстве, ну, как вот по инерции. Да, сейчас приходит современная техника, комфортно работать. Но вот эта ритмия многих отталкивает. Работают или патриоты, которые здесь выросли, ну, или уже, которые приехали на современную технику, на современное производство, даже из других регионов. Ну, это стабильная, нормальная, высокооплачиваемая работа. Но с кадрами всегда плохо. Поэтому всех наших жителей, у нас все какое-то отношение имеют к сельскому хозяйству, крепкого здоровья, что все у них ладилось и не только в подсобном хозяйстве, и в нашем сельском хозяйстве, в наших крупных предприятиях. Главное здоровье, хороших инвестиций, хороших зарплат. Ну и что можем для улучшения жизни и комфорта, мы будем стараться делать. Тем, кто работал в сельском хозяйстве, кто живет на селе, кто работает в настоящее время, конечно, крепкого здоровья, успехов, таких успехов, чтобы вечно жили хозяйства наши. Ну, конечно, и мира в мире, самое главное. Всех селян поздравляю с наступающим профессиональным праздником. Все выше и выше значение приобретает труд на земле. И не только в южных территориях, где очень много государств уже вложило, где природа сама дает возможность получать урожай, а именно в нашей нечерноземной зоне, где каждый кусочек более-менее плодородной земли все больше находит заботливых рук, и увеличиваем и объем производства молока, сыра, зерновых, овощей. Огромный труд наших селян вкладывается для того, чтобы жители Костромской области и всей России как минимум не были голодными, с этим мы уже покончили давно, но чтобы имели разнообразие вкусной и своей здоровой пищи на своих столах. Всех с праздником, доброго здоровья и мирного неба над головой, высоких урожаев и больших доходов.